Ежегодно, в начале лета, в парижском аэропорту Ле Бурже проходит традиционный смотр достижений мировой авиации. Здесь можно увидеть все лучшее, что создано в мировом самолетостроении и космической технике. В числе советских самолетов и вертолетов на последнем салоне были два Ила. Оригинальность замысла, аэродинамическое совершенство этих крылатых машин неизменно во все дни выставки привлекали к себе внимание посетителей. Здесь, в Бурже, еще и еще раз на разных языках мира звучало короткое слово «Ил». Доброго дерева добрые плоды. Это можно сказать и про яблоню, выращенную Сергеем Владимировичем Ильюшиным, и про то могучее древо отечественного самолетостроения, плоды которого десятки созданных им первоклассных самолетов. Так за круглым столом с обсуждений замыслов Ильюшина начинались все Илы. С первого дня работы конструкторского бюро Сергей Владимирович опирался на коллективный разум, но направляющая воля генерального конструктора проявлялась на всех стадиях создания самолета: проектирования, постройки, испытаний. Как говорят на заводе, мысль Ильюшина проникает до каждой заклепки. Наверное, поэтому строители любят его конструкции. Самый искусный замысел Ильюшина никогда не отрывался от возможностей технологии. Может быть, это технологическое чутье родилось еще тогда, в давние годы гражданской войны, когда он своими руками, руками простого умельца, из трех разбитых форманов делал один, годный к полетам. В течение десятилетий в ходе сложной напряженной работы складывалась Ильюшинская школа в самолетостроении. Росли и воспитывались настоящие сподвижники. Творец современных самолетов Ильюшин всегда был ученым-новатором. Сколько смелости было в его замыслах и умении в осуществлении самых сложных, порой небывалых для своего времени проектах. Каждый созданный самолет — это годы исследований, исканий. Это новый рубеж и новый риск. Все ли верно рассчитано? Все ли точно сделано? Ведь испытание самолета — это всегда шаг в неизведанное.
11 часов, что я провел за рулем, сразу освободили меня от всех дум и забот. Чувствую себя хорошо, хотя проехал 1500 километров. Домик наш в полном порядке. Пишу письмо, а кругом тихо-тихо. В окно видно озеро и заозерные дали. Я часами сижу и любуюсь далями, которые расстилаются передо мной. Вологодская земля. Все здесь знакомо, все близко и до боли дорого. Какие события пронеслись над страной? Сколько русских людей ушло из сел, повинуясь велению времени? Русская деревня стоит на земле, словно мать, проводившая детей своих в жизнь. Безмолвная, ждущая. Ильюшин всегда возвращался сюда, в свое родное Делялево, вздохнуть полной грудью, набраться сил. Край наш хороший, красивый край, и народ хороший, добрый, писал он в письмах. Здесь он родился и вырос. Отсюда 15-летним пареньком ушел в город на заработки. Исколесил почти всю Россию. Был чернорабочим, землекопом, потом механиком. В 34 года стал конструктором. Его первенцем был ЦКБ-26, дальний бомбардировщик. На воздушном празднике в Тушино в 1936 году его скорость и маневренность поразили всех. Вместе с этим самолетом родилось и конструкторское бюро Ильюшина. С 8 апреля 1939 года КБ готовил свою машину к перелету из Москвы в Америку по кратчайшему пути. На вопрос, гарантируете ли вы в случае аварии посадку на воду, Ильюшин твердо ответил: гарантирую посадку в Америке. Почти сутки в тревожном ожидании он провел на командном пункте в здании центрального телеграфа. Над Гренландией самолет попал в мощный циклон. Высота достигла 9000 метров. Кислорода оставалось все меньше. Положение казалось безвыходным. И все же самолет Ильюшина блестяще выдержал это испытание и достиг Америки, преодолев 8000 километров. Всякое начало трудно. Но у Ильюшина второй шаг был труднее первого. В 30-е годы, в переломный для авиации момент, он задумал грандиозное – построить летающий танк. «Не сразу я приступил к проектированию штурмовика», – вспоминает Ильюшин. «Готовился примерно 3 года. До деталей проанализировал все сделанные машины. Пришел к убеждению – главное сочетать вес, броню, оружие и скорость». Но время и силы пришлось делить между творческими и административными делами. Конструктор был назначен начальником главного управления авиационной промышленности. Ильюшин понимал, надо спешить. «Я обратился к Сталину с просьбой освободить меня от должности в главке», — рассказывает Ильюшин. «В тот вечер я возвращался из Кремля. В ушах все еще звучали слова: «Ну, раз назначили, надо работать. Если вы будете уходить, другие будут уходить.
Кто же будет управлять государством? Но конструктор не успокоился. Он написал письмо со своей просьбой сразу в 6 адресов, обязуясь в течение года создать штурмовик. Смелый замысел захватил коллектив. Было решено все жизненные части самолета защитить броней. Не каждую в отдельности, как было в мировой практике, а общим броневым корпусом, придав ему обтекаемую аэродинамическую форму. Потом друзья конструктора шутили. Ильюшин на штурмовике вылетел из главка. Ил-2 поднялся в воздух в 1939 году. Это была большая победа нашей авиации. Но нашлись скептики. Готовый штурмовик пришлось переделать. Убрать сзади защитную кабину стрелка. В эти годы, помогая рождению нового самолета, Ильюшин не знал покоя. Он летал с завода на завод, пробивая подчас броню непонимания. В один из таких полетов случилась авария. На всю жизнь у Ильюшина осталась отметка об этом полете. Теперь, встречаясь с Сергеем Владимировичем, бывшие летчики-штурмовики, герои Отечественной войны, вспоминают, как Ил-2 начинал свой боевой путь. Ведь к началу войны насчитывалось всего около сотни летающих танков. Но уже в первых боях штурмовики произвели на врага ошеломляющее впечатление, хотя из-за ослабленной защиты хвоста Ил-2 несли большие потери. Летчик-штурмовик полковник Тихоненко вспоминает. В декабре месяце 41 года мы потеряли самолеты Ил-2 и убыли в Куйбышев за получением новых самолетов на Безымянку. Когда прибыли мы туда, нам говорят: летчики, самолетов пока нету. Идите в цеха и посмотрите, как они добываются и как вы их должны беречь в бою. Прибыли мы в цеха. Что нас там встретило? Стены, открытое небо, 35 градусов мороз. А у станков стоит, большей частью, наша героическая русская женщина. Изредка квалифицированные мужчины и мальчишки-подростки стоят на ящиках, чтобы достать до станков. Так было зимой 41-го после эвакуации заводов в тыл. Именно в эти трудные дни пришла на завод телеграмма. Самолеты Ил-2 нужны Красной Армии как воздух, как хлеб. Требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз. Сталин. Вместе с Ильюшиным конструкторы помогали технологам и инженерам завода наладить производство боевых машин. А вскоре сама жизнь подтвердила дальновидность Ильюшина. Штурмовик должен был быть двухместным. Не останавливая конвейера, не меняя технологии и оснастки заводов, Ильюшин нашел решение, как в одноместный штурмовик врастить броневую кабину стрелка. Удивительная судьба дальнего бомбардировщика ЦКБ, первого Ила. В августе 1941 года он участвовал в знаменитых налетах на Берлин, Дрезден, Кенигсберг, Данциг. Построенный за 5 лет до войны, он прошел ее всю с первого до последнего дня. 6890 самолетов Ил-4 были в боевом строю. Мало кто знает, что более трети всех боевых самолетов в Великой Отечественной войне составляли штурмовики и бомбардировщики конструкции Ильюшина. Одних штурмовиков заводы дали фронту небывалое в практике мировой авиации количество – свыше 41 тысячи. Ни одна из воюющих стран не имела подобного самолета.
нет большего ужаса, чем самолет Ил-2, признавались пленные. Они сводят нас с ума. Сокрушительные удары летающих танков играли решающую роль во многих сражениях Великой Отечественной войны. С какими только повреждениями не возвращались домой штурмовики. В корпусе и крыльях некоторых Илов насчитывали сотни пробоин. На редкость живучей, надежной была эта боевая машина. Однако конструктор непрерывно совершенствовал Илы. В 1944 году был создан новый штурмовик Ил-10. И в самой гуще повседневных конструкторских забот военного времени Ильюшин уже заглядывал в будущее. Вот так в комнатах с зашторенными окнами начинали конструировать пассажирский Ил-12. Новизна задачи вызвала огромный интерес. Работали сверхурочно. Всем очень нравилось выполнять во время войны первый гражданский заказ. Все дальше на запад уходил фронт. Удары летающих танков приближали час победы. Кончилось. Война. Золотыми буквами вписаны в историю имена героев. Как символ трудового и ратного подвига застыл на пьедестале славы боевой танк. Навеки замер на постаменте легендарный Ил-2. Не высшая ли это радость для конструктора? Сознавать, что он дал оружие под стать богатырскому духу героев. Реактивная авиация. Сколько новых сложнейших технических проблем поставила она перед конструкторами после войны. В то время обсуждались разные пути перехода на реактивную тягу. Некоторые конструкторы думали испробовать реактивные двигатели на самолетах старого типа. Сергей Владимирович решил по-иному – сконструировать новый самолет, то есть шагнуть сразу в реактивный век. Первый реактивный бомбардировщик с отечественными двигателями – провозвестник современной бомбардировочной авиации Ил-22. Год его рождения 1946. Успешный опыт помог коллективу создать вскоре замечательный реактивный бомбардировщик Ил-28. Благодаря необычайно широкому диапазону технических знаний, глубочайшей научной эрудиции и прозорливости, Ильюшин всегда шел впереди своего времени. Соединяя в себе черты ученого-теоретика, конструктора-практика, организатора, он был еще и художником, обладающим тонким вкусом и пониманием красоты. Конструктор Александр Сергеевич Яковлев очень точно охарактеризовал искусство Сергея Владимировича. Ильюшин – мастер простых решений, а ведь известно, как трудно создавать простое. Академия имени Жуковского дала Ильюшину путевку в жизнь как конструктору в 26-м году. Спустя 20 лет он принес будущим авиационным инженерам свои знания, конструкторское мастерство, свой опыт. Будьте принципиальны. Никогда не подлаживайтесь под чужое мнение, учил он будущих конструкторов. Будьте правдивы даже в том случае,
если это может грозить неприятностью. Если в течение дня вы ничему не научились, считайте, что день для вас потерян. Нечасто Ильюшинской семье удавалось вот так собраться вместе. А Ильюшину отдохнуть, побыть с детьми, повозиться с любимыми яблонями, отвлечься от бесконечных дел и забот. Ильюшин «Целая эпоха в гражданском послевоенном самолетостроении», говорил Артем Иванович Микоян. «Эпоха, вобравшая все современные качества авиации, скорость, высоту, простоту конструкции, надежность в эксплуатации, комфорт». Где только не летали, где только не трудились первые пассажирские ивы. Были они и на севере, и в Антарктике. Применялись как проводники судов в Заполярье и как надежные транспортировщики грузов. Но не так прост путь каждого нового самолета в жизнь, как может показаться с первого взгляда. Сложной оказалась судьба пассажирского лайнера Ил-18. Именно этот четырехмоторный гигант, ведомый летчиком-испытателем Владимиром Кокинаки, возглавлял колонну пассажирских самолетов на воздушном параде в 1947 году. Однако его испытания вскоре были прекращены. Ильюшин тяжело переживал это. Ведь самолет получился удачным. Но Аэрофлот в те годы обходился двухмоторными машинами. Самолет опередил свое время. Через 10 лет Ильюшин дал Аэрофлоту Ил-18, но уже не поршневой, а турбовинтовой, ставший воздушным рекордсменом, главным тружеником Аэрофлота. За этот простой, экономичный, надежный самолет Сергей Владимирович Ильюшин с группой конструкторов и летчиком-испытателем Кокинаки был удостоен Ленинской премии. Как невеличественен лайнер Ил-18, новый межконтинентальный экспресс Ильюшина Ил-62 означал принципиально новый шаг в творчестве конструктора. Чтобы задумать и спроектировать такой самолет, нужна была твердая вера Сергея Владимировича в свои силы, в силы корректива, в силы советской авиационной промышленности. Генеральный конструктор идет на смелое решение. Предлагает разместить двигатели в задней кормовой части самолета. Освободив крыло, можно сделать его аэродинамически совершенным, а самолет надежным и комфортабельным. На этом пути подстерегала опасность, турбулентность на больших высотах. О ней предупреждали специалисты многих стран мира. Как гигантская рука, она подхватывала самолет
верхних слоях атмосферы, резко поднимала его и бросала вниз. Чтобы предотвратить влияние турбулентности, Сергей Владимирович придал передней кромке крыла форму клюва. Испытания крыла будущего лайнера проводились в самых сложных условиях. Для этого в конструкторском бюро создавались специальные стенды управления, разрабатывались программы исследований. Возникло предложение заменить гидромеханическое управление ручным. На таком большом лайнере это потребует многих часов расчетов и экспериментов. Да, и такие эксперименты были поставлены на специальные установки под руководством Ильюшина. В ЦАГе осуществлялась продувка моделей всех будущих илов. Оценивалась их аэродинамика, прочность конструкции. Так было и с Ил-62. Испытания на моделях помогли сделать исключительно надежный самолет. Ил-62 стабилен в полете, как скала, писала английская газета. Ил-62 после короткого разбега истребителем ушел в небо, восхищались итальянцы на выставке в Милане. Французы, осмотревшие Ил-62, оставили восторженные отзывы. Грандиозно! Да здравствует ваша техника и ваш народ! Великолепный самолет! Браво! Самолет совершенства! А для приземления этого колосса требуется сравнительно короткая посадочная полоса. Многие страны мира для своих воздушных линий приобрели этот 200-местный экспресс. Второй раз КБ Ильюшина было удостоено Ленинской премии за создание самолета Ил-62. За выдающиеся заслуги перед советским государством в день своего 75-летия Сергей Владимирович Ильюшин был награжден орденом Октябрьской революции. Я хотел бы высказать самые искренние слова благодарности нашей партии, которая направляла работу нашего коллектива, сказал Ильюшин, вдохновляла его на творческие искания, на труд. Конструкторское бюро, соратники и последователи Ильюшина. Наверное, это главный итог всей его жизни. И опять в КБ напряженная работа. Опять чертежи, эксперименты. Впереди новый экзамен. Марта 1971 года на первый взлет, как на праздник, собрались все, кто проектировал и строил новый могучий транспортный самолет Ил-76. Академик, дважды герой социалистического труда, творец замечательных крылатых машин, бойцов и тружеников неба, верный сын России, Ильюшин, всю свою жизнь посвятил великому делу создания воздушной мощи советского государства.